Всем привет! Это четвертая часть фан-анимации Сайтама против Гоку. Автором данного видео является Этолик Ван Анимейшнс. Ссылка на оригинальное видео и его канал будут в описании. Переходите и подписывайтесь, чтобы первыми узнать о выходе самых годных фан-анимаций. Также в описании вы найдете все предыдущие части. Советую сперва посмотреть их, а затем вернуться сюда и продолжить просмотр. Всем, кто кушает, приятного аппетита! Давайте начнем. Что это была за энергия, которую я только что почувствовал? Это первый раз, когда две такие мощные силы сталкиваются друг с другом. Произошедший шок высвободил столько энергии, что кубы стали нестабильными. Если это продолжится, они взорвутся, и их энергия рассосется. Погодите. Их переполняет все больше и больше энергии, и я больше не могу их удерживать. Не может быть! О нет! Мир в большой опасности. Мне необходимо как можно скорее исправить эту ситуацию. Я чувствую большую энергию, похожую на куб где-то вдали. Возможно ли, что его сила собралась именно в этом месте? Я должен пойти и восстановить кубы как можно скорее, пока печать, удерживающая Бога, не сломалась. Но сначала я должен закрепить остальные кубы. Гоку, ты слышишь меня? О, привет, Кая. Что случилось? У меня ужасные новости. Ваша битва оказала серьезное влияние на баланс сил во Вселенной. Толчки, вызванные вашим столкновением, создали пространственно-временной разлом, который высвобождает злую энергию. Мы должны найти способ закрыть его. Разлом расположен в полярной области северного полушария. Сначала возьми с собой своего друга. Хорошо, Кая, я тебя понял. Я найду это, что бы то ни было. Положи на меня руку, я телепортирую нас к месту разлома. С помощью своей техники. А? Я нашел это. А? Вегетта? Вегетта, и ты здесь? Тоже почувствовал эту энергию? Я не знаю, что это такое, но будьте начеку. Чё за... Какого чёрта? Берегись, Вегетта! Эй, ты! Зачем ты нападаешь на нас? Я
должен защитить землю. О чем ты говоришь? Мы не угрожаем земле. Я должен избавиться от всех угроз. Приготовьтесь к смерти. Будь осторожен, Гоку. Твой противник очень силен. Я знаю, но король Кай, он нападает на нас, говоря, что хочет защитить землю. Даже если так, я чувствую от него злую энергию. Будьте бдительны. Вегетта, дай мне самому с ним сразиться. Ни за что. Ты, как всегда, радуешься сильному противнику. Сыграем в камень-ножницы. Отлично. Чувствую, сегодня мне повезет. Сочувствую тебе, Кокорот, но на этот раз я победил. Какой позор, а я действительно хотел подраться с этим парнем. Ну что ж, погнали! Чего? Тебе не сбежать от меня. Да какого... Тебе не следует недооценивать его, Вегетта.
Гоку, выслушай меня внимательно. Два противника, с которыми вы сражаетесь, вышли из разлома. Их умы были разрушены его энергией, и это также сделало их сильнее. Тот, кто сражается с Вегетой, действительно крут. Он может доставить ему немало хлопот. Вы должны каким-то образом найти способ избавиться от них и закрыть этот разрыв. В противном случае вам не справиться с этой ситуацией. А как мы вообще должны закрывать эти лазейки? На этот вопрос у меня нет ответа. С таким я раньше никогда не сталкивался. Я собираюсь спросить об этом другого Кая. Спасибо, а мы тем временем позаботимся о плохих парнях. Я недооценил его силу. Не вмешивайся, Кокоротто! Ты превратился в суперсаянского бога? Ты не имеешь права вмешиваться в этот поединок. Ибо сейчас на кону моя саянская гордость. Вообще-то есть еще один враг. Лучше помоги своему лысому другу. А? Ну конечно же, я совсем забыл о нем. Ты прав, но будь осторожен, Вегетта. Игры кончились! Черт возьми, здесь происходит. Похоже, я попал в гушу сражения.
разлом находится прямо здесь. У меня нет времени вмешиваться в их битву. Я должен вернуть форму куба. Сайтама остался один лицом к лицу с этим зеленым монстром. Мне кажется, они были где-то в этом направлении. Что делает этот парень? Вызванной энергии слишком много. Не знаю, смогу ли я удержать ее, но я должен. Ведь на карту поставлена судьба Земли. Ого! Ему удалось закрыть разлом! Я сделал это, но это было действительно близко. А ты мне нравишься. Поиграем еще. Но здесь холодновато. Не прикасайся к нему! О чем он говорит? Продолжение следует. Огромное спасибо автору данного видео, Огромное спасибо автору данного видео Этойлик Иван Анимейшнс за разрешение озвучить такую годную фан-анимацию. Перед тем, как попрощаться, хочу поделиться с вами своим мнением. Да, без всяких сомнений, анимация нарисована нереально годно. Скорее всего, автор переплюнул даже некоторые профессиональные студии анимации. Но я хочу затронуть сценарий данного произведения. А точнее, то, что автор сделал Сайтаму слишком эмоциональным. Все его крики, когда его раскидывают, совсем неуместны. Да и помощь Гоку ему точно не понадобилась бы. Не зря же его зовут Ван Панчманом. Ему хватит и по одному удару, чтобы снести каждого персонажа, которого мы увидели в этом видео. Я понимаю, что среди вас найдутся фанаты Халка, Супермена, Гоку и остальных. Но по сути, Сайтама на изи расправится со всеми, хотите вы признать этого или нет. Если вы со мной не согласны, напишите в комментариях, почему. Что ж, на этом все. Для тех, кто хочет поддержать меня донатом, внизу в описании под видео есть ссылка на Boosty и Donate Alerts. Спасибо всем за поддержку. С вами, как всегда, был Аниманго. Всем пока.